В Краматорске чиновника обвиняют в вымогательстве денег с переселенцев. Начальник отдела формирования и ведения реестра управления регистрационных полномочий Алексей Довискиба был пойман во время получения взятки в размере 3000 гривен. Так утверждает Служба безопасности Украины и прокуратура. Именно эту сумму Довискиба требовал за беспрепятственное получение штампа в паспорте о месте жительства. Одержав неправомірну вигоду за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням свого службового становища, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. По мнению брата обвиняемого, заместителя городского головы Краматорска Андрея Довискибы, Алексея подставили. Мое мнение, что это произошло как бы исключительно из политических амбиций по отношению ко мне лично, некоторых представителей в городе Краматорске, и отношение, как бы, возможно, какой-то части городского совета. То есть я, как работник исполкома, являюсь, возможно, неудобной личностью для определенных политических групп, может быть, для каких-то общественных групп. Также оказалось, что заявительница не является переселенкой. Девушка зарегистрирована в городе Николаев, Николаевская область была. То есть она никоим образом не переселенка из зоны АТО. Девушка пришла с вопросом, где можно прописаться. Ее там, не знаю, кто перенаправил, куда. То есть девушка в конечном итоге обратилась в агентство по недвижимости. И агентство по недвижимости ее прописало. Сторона обвинения выступила за отстранение подозреваемого с должности. Існує ряд обставин, чи підстав вважати, що підозрюваний, перебуваючи на посаді начальника відділу, може знищити, перетворити або підробити речі чи документи, що в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню. Суд ходатайство поддержал, а также удовлетворил требования защиты, назначив Алексею Довискибе домашний арест с запретом с 22:00 до 7 утра покидать место жительства. Следственные действия продолжаются.